Демократия есть независимость и суверенитет. Политика, которую проводит Азербайджан, очевидно, независима и сбалансирована, что не может не беспокоить многих, в том числе организаторов саммита «За демократию» в Соединенных Штатах. Такое мнение в эфире передачи «Глобальная дискуссия» на телеканале CBC выразил чрезвычайный и полномочный посол, доктор юридических наук профессор Намик Алиев. По словам дипломата, для организаторов саммита необходимо, чтобы страны беспрекословно подчинялись. Именно по этой причине в списке приглашенных есть Армения, но нет Азербайджана. Здесь речь идет о том, чтобы просто выполнять конкретные указания, конкретные цели, которые будут ставить перед тобой. Это то, что, в принципе, неприемлемо для Азербайджана априори. Азербайджан – независимое суверенное государство. Это страна, которая способна сама, независимо ни от кого, решать свои и экономические, и политические задачи, и при этом нацелена на формирование дружеских отношений со всеми, как с соседними странами, так и с другими партнерами по всему миру. Поэтому сегодня вот Азербайджан, и вновь независимо от того, пригласили его на этот саммит или нет, он остается верен своей политике. Между тем, в самом Вашингтоне выражают недовольство проведением подобного саммита. Об этом в рамках передачи заявила Ирина Цукерман, американский журналист. Для того, чтобы обсуждать критерии, нужно сначала обсуждать цель самого саммита. А цели как таковой не наблюдается. Этот саммит раскритиковали даже сподвижники самого Байдена, как неясные, нету какой-то конкретной программы. Если посмотреть на программу, то там идут пространные, обширные обсуждения, но нет каких-то конкретных действий, которые бы помогали развитию демократии в каких-либо странах.